Эксплуатация инженерной инфраструктуры города проходит в штатном режиме. Без отключения воды ведутся работы на магистральном водопроводе в 3-м микрорайоне. В завершающую фазу вступила программа «Комфортная городская среда». 18 декабря состоится общественная комиссия по рассмотрению заявок, поступивших от собственников жилья. Уже приняты документы от жителей 1-го и 2-го домов 7-го микрорайона и 1-го дома 1-го микрорайона. Глава города призвал всех жителей принять активное участие в ее реализации. Я знаю, что есть данная программа, она работает, поэтому вот здесь необходимо на уровне и управляющей организации, на уровне муниципалитета все равно вести разъяснительную работу. Ну, по-другому не получится. Эта неделя в Десногорске будет насыщена яркими и интересными событиями. 15 декабря в 11:00 детско-юношеская спортивная школа приглашает всех любителей спорта на межрегиональный турнир среди юношей и девушек, посвященный 40-летию дзюдо в городе Десногорске. И 15 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие кинозала в городе Десногорске. 13 декабря в 15:00 в кабинете 325 администрации состоится круглый стол по теме «Органы власти, церковь и общественность. О соработничестве на благо Отечества». На сайте администрации продолжается голосование по двум важным городским проектам – всероссийскому конкурсу «Малые города» и созданию в городе памп-трека для любителей экстремальных видов спорта. Оставить свой голос можно до 28 декабря. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.